It's a lynch thing. Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде. Друзья, мы продолжаем сагу поиска дома. В прошлом видео мы сделали обзор одного из домов подборки, который я сделала для Таты и Славы. Я вам еще раз представлю. Тата, Слава приехали из Коннектикут в поиске дома в Орландо. Ваши критерии, хотите, я скажу? Да. Потому что мы уже озвучивали вместе критерии, я просто вкратце скажу. Ребятам очень важные критерии были, чтобы не было ассоциаций, и чтобы дома были, вот, Юля, покажи, вот в таком стиле, такой модерн стиль. Такие дома строят, по крайней мере, все, что я могла найти, все, что я видела, только даунтаун Орландо в спальных районах. Строят их точечные застройщики, не огромные застройщики, которые строят целые комьюнити, похожие дома, мы их называем cookie cutters, вот, а именно отдельные проекты и дорогостоящие застройщики, элитные застройщики, элитные, так сказать, элитные застройщики. И современные, модерновые. Современные, они... да. Я обожаю такие дома, прям мне нравится. Но это такой новый тренд рынка. Угу. Давайте я быстро скажу по цифрам этого дома и по суммам. Значит, ребята искали, в принципе... Лучше 3 bedroom, может быть, выстрелили через полгода какой-то, потому что в основном побольше, такие не строят. Вот там вот на углу есть маленький дом, и то мы не знаем, может быть, это гостевой дом большого дома. Вот. Бывает, но сколько его ждать, мы не знаем. Поэтому мы решили смотреть 4 дома желательно. Но вот этот дом 5 спален, 4 спальни желательно, спальни. Да, а это дом 5 спален, 2,5 ванных комнаты, только что построен, он еще совершенно новенький, цена дома, цена продажная 859 900. Этот дом побольше, чем тот, который мы с вами только что смотрели. И по цене. И по дороже, цене, и по квадратуре, 2744 square feet. В переводе на метраж 255 квадратных метров. Кстати, застройщик здесь Hourglass Homes. Я этого застройщика несколько домов уже видела, хорошее качество. Вот все, что пока что я видела, у него очень хорошее качество. 0,16 акров земли, блочный дом. Кстати, про предыдущий я тоже не сказала. Они сейчас все блок. А первый этаж блочный всегда, да, нет, второй этаж. Второй этаж деревянный каркас во всех домах. И по налогам сложно сказать, потому что здесь я вижу еще старый налог. Налог высчитывается с суммы даже не продажи, а оценочной стоимости дома. Когда его оценят? Если вы его купите даже по этой цене, можно поторговаться уверенно. Вот, ну, скажем, за 800 он оценится, тогда налог будет около 10 тысяч. В год? В год, да, 10-11 тысяч. Ну что, пока мы здесь не сварились, давайте пройдем. Смотрите, какая гаражная дверь гаража. Да. Дверь, конечно, шикарная. Дорого-богато. Шикарная, она стеклянная. Очень стильная. Даже можно использовать зеркальце. Да, затененное стекло. Очень. Так, здесь у нас сам вид дома шикарный. Зона отличается от первого дома. Там были колонны интересные. Да. Здесь, видите, дверь не полностью стеклянная, а вставленные стеклянные окошки. Здесь плитка другая. Здесь другая плитка. Абсолютно. Здесь люстра. Побольше, смотрите, коридор. Сама входная вот эта зона в дом, побольше. Да, коридор. Побольше здесь можно положить, вот вы зашли, очки, сумочка, ключи. Сумка, ключи, удобно. Здесь можно поставить шкафчик консоль. Я очень люблю консоль. У меня везде консоль поставить. Ага. Надя, это гостевой, да? Так, да, давайте мы сразу начнем. Сразу не с гостиной, а это по очереди. Это гостевой санузел. Это гостевой санузел, половинка санузла, не полный.
Цвет шикарный, бирюза. Цвет да. шикарный. И дорогое золото, да, такое в этом. Очень красивые вот эти аксессуары. Лампа, да, все стильненько. Да, но это бронза, скорее всего. Бронза? Ну, да, да. Ну, я поняла, бронза. Цвет золотой. Золотой цвет. Так, что у нас здесь? Здесь комнатка, здесь можно сделать офис. Но, ребята, я уверена, так, здесь у нас 5 спален. А вообще я уверена, что они посчитали это как спальню. Потому что у них есть... Шкаф? Шкаф. Гардеробная. Давайте, ну, знаете, как сделаем? Если мы наверху не найдем 5 спален, значит вот это будет 5-е. Да. Но двери здесь вот как высокие. Раз то, о чем я говорила в прошлом доме, нам он очень как бы вроде понравился, да, но вот я чуть-чуть сейчас пытаюсь разницу какую-то между домами. Вот здесь как раз-таки есть это помещение, которое там, мне кажется, не хватает. Да. Особенно вот я очень много работаю из дома, на удобно, компьютере. Мне нужно на первом этаже обязательно офис. Я бы сделал офис. Да, я бы тоже здесь сделала офис. Но небольшая спальня. Если бы это была спальня, если они реально считают, но это для спальня, здесь даже нет, кровать. Мне кажется, для спальни это очень маленькая. Это если только есть такие диваны, слип-софу какую-то поставить, не, может не быть. Здесь только хотя маленькая если кровать, надо, full-size поместится. Да, ну да. Двери. Какой цвет дверей, обратите внимание, благородный серый. Я обожаю этот цвет, он меня преследует. Да. Да, и красивые высота дверей шикарная. Да? Тоже высокие такие двери, мне нравятся. Сейчас застройщики стали такие строить, вот именно точечные. А массовые застройщики еще бывают, встречаются и высокие, и низкие двери. Посмотрите, что тут у нас. Это, наверное, кладовка. Кладовка, да. Кладовка, да. Это можно, знаете, комната что? Гарри Поттера. Это комната Гарри Поттера. Наказание. Очень. Комната наказания. Да. Провинившись. Ты провинился? Но я, это хозблок, то, что не хватает всегда, куда убрать швабры, пылесос, конечно, правда? Конечно, очень удобно. Даже если вы съездили... Какие-то там чемоданы, допустим, да, спрятать, съездили, которые мешают. В Костку, купили, да, несколько, да, упаковок воды, сюда, допустим, поставили. Очень хорошее, да, вот это местечко. Это нужно, в том доме его не так было. Ой, hi, how are you? Это получается что? Так, здесь у нас смотрим. Шкаф, наверное. Здесь у нет, нас смотрим. Кондиционер. Кондиционер. Угу. А это тоже какая-то, наверное, техническая. Здесь у нас, комната. Смотри, давайте посмотрим, что у нас с этой стороны. То же самое. А, вот. Интересно. Кондиционер, по-моему. Да. Это как винт. Это застройщик вообще? Your last name is Hourglass? Hourglass Homes is my company. А, это его компания. Yes, nice to meet you personally. It's amazing. Ребята, это застройщик наш. Застройщик этого дома. They have a huge question. Those high ceilings. How would you maintain it? Are there any special companies who have high-rise? Sure. So in my own house, I have some high ceilings. So I put lights that are pretty much maintenance free. LED lights. LED, like forever. Well, you hope, yeah. Should last a long time. And for the rest of the upkeep, I bought on Amazon a long extendable pole, a telescoping pole. Можно телескоп. Like a ball that you get spider webs or things on the window. You can clean it easily. Телескопическую игру. Окей. Для чистки можно просто купить высокий этот... А есть какие-то способы вообще подняться? Вот, на хорошо, перекрасить, допустим, я хочу. Окей, what if they want to paint the ceiling? Call my painter. Окей, so, вы должны звонить Питеру, если у вас будут проблемы. Yeah, it's amazing to meet you, Peter. All right. I live very close to here, so I put 5 homes on this block. Yeah. You see these all in a row, and this one over here. So this is like a neighborhood that I'm working in and building in, and if you need anything, I'm very close by. I just came by to fix something for the neighbor next door. These are like my little projects. All 3 or 4 homes, it's yours? Five homes in a row, okay. Пять домов. I'm building 3 more similar to these, but they won't be done for maybe 4 more months. In
this area, yes. Somewhere downtown around Delaney, Crystal Lake. Okay. That's amazing. Надо еще туда поехать. Nice to meet you. Ребята, это человек, который только что был здесь. Это владелец этой компании. Его зовут Питер Дюк. Hourgrass Home компания называется. И вот как раз на улице я говорила, что у него очень хорошее качество. Прям, ну, сколько домов я видела, качество изумительное. Но у этого дома, конечно, чувствуется уровень выше. Чувствуется выше уровень, да. Даже по всего кабинетам, да, кухня, так, цвет. Отвлеклись мы немножко. Я, честно говоря, никогда его лично не встречала. У меня, я прям как звезду увидела. Он молодец, конечно. Он скупает очень много старых домов, земель. Так, вот как раз из-за таких застройщиков, как он, растут цены на наши дома. Mm-hmm. Я очень благодарна. Это нужно. Гараж. Человек. Смотрите, какая красота. Вау. Ой. Какой гараж. Главное, снаружи не видно. А здесь затонированное стекло, что ты все видишь. Да, да, отсюда все видно. Какая красота. Шикарно. Это, конечно, супер. Супер гаражик. Здесь смотрите еще сколько места для хранения всего. Велосипеды, краски. Это будет во двор выход. Во двор выход. Ну, со двора, например, что-то вам нужно, вы делаете, вы плеваете что-то во дворе или что-то делаете, вы можете сбоку зайти. Да. Здесь очень удобно. Можно поставить стеллажи, можно поставить какой-то даже шкаф, вещи, которые ты не используешь. Вот, кстати, да, как бы, ну, я очень люблю мне свой нравится. Личный дом, да. Но у нас гараж... Побольше? Нет, поменьше. Меньше. У нас вот там, меньше. И все. Вот от той стены, то есть у нас вот этой эрии всей нет. И нам пришлось сделать подвесные огромные стеллажи. Хранить для хранения? Ну, негде, конечно. У нас на две машины гараж, велосипеды, все это вешается на стену. А здесь, посмотрите, сколько свободного места, где вы можете все это хранить. Да. Нам еще пришлось покупать два таких, как же они, shed по-английски, сарайчика маленьких, чтобы там хранить, в принципе, на Я улице. Да, еще маленькая, очень светлый гараж. Опять мы залипли в гараже. Но этот гараж, он достоин этого. Этот гараж достоин. Да. Так, здесь мы уже пообщались с Питером. Ребята очень волнуются. Какой высокий потолок. Как чистить этот потолок, как его обслуживать, и лампочки. На что Питер сказал, звоните мне, я пришлю людей, они все сделают. Ну, я уверен. Мне... Да, здесь двойной свет идет. Да. Огромный. Сразу чувствуется, вот, я не знаю, кажется мне легко или нет. Легко дышится здесь, да? Да. Такое, насколько... Такое же помещение по размеру, нет, то было чуть-чуть, по-моему, побольше в первом доме или да, нет? Да, побольше, чуть-чуть побольше. Да. Но здесь вот из-за второго а света... А здесь высота? Да. Здесь за счет высоты вот это? За счет высоты, он, да, объем. Ну, здесь, я считаю, здесь очень даже комфортно, все можно расположить. Угу. Там завтраки можно подавать. Да, вот здесь зона. Да, очень. Для завтрака. Кстати, опять-таки, вот. И в этом доме я не вижу отдельной комнаты для столовой. Здесь вот большой стол, очень большой стол не поставишь. Здесь маленький. Да. Ну, здесь можно какой-то круглый стол. Там диваны, а где вы там поставите, да. Это люстры все остаются, да? Все остаются, да. Все, что вы сейчас видите, это идет. Ну, мало ли. Кстати, здесь холодильник есть, они поставили. А люстры, да, стильные какие? Люстры современные такие. Тоже современные, стать по дому. А какие большие? Большой остров, посмотрите. Остров огромный. Два раза больше. Это, наверное, кварц? Это кварц, да. Это кварц, да. Два раза больше, думаю. Рабочая часть, она больше, чем в первом доме. И обратите, кстати, мне нравится кабинеты. Сочетание цвета и то, что до потолка кабинеты. Да. Окошко тоже, видите, два. Очень продумано, стильно. Белый, бирюзовый. И, да. Кухня кстати, шикарная. Смотрите, вытяжка, кухня. Ребят. Спрятана? Да, она спрятана, но она настоящая. Я поняла, да, есть. То есть она очень выходит на улицу.
Да. Выход есть. Очень такая... А окна, обрати внимание, это вообще, да? Ну, обалдеть. Окна смотрят в забор, конечно. Ну, ничего, это же можно все облагородить. Свет, свет посадить, да? Да, посадить, да, что-то, вот, пальмы какие-то, да. Пальмы посадить. Кто-то смотрит уже. Да, а, электро. Это прямо... Тоже электроплита, да. Нет, но мне очень нравится эта кухня, этот цвет просто морской волны или бирюза. Смотрите, я не знаю, где он сделали очень шикарный. Розетки. Розетки, где розетки? Смотрите, по обоим бокам. Если это надо, кладовка, да, для продуктов, да? Мойка большая, да. Очень красивая, очень, очень. И мне нравится, что у нее этот кварц спадает прямо на пол. Ну, это как называется? Водопад. А, водопад, да? Правда законченная, красиво? Да, ага. Стена законченная, кварц. И вообще, да, очень современно. И вообще здесь настолько подобраны цвета плитки, благородный серый, да, в сочетании. Угу. И он идет, получается, как монолитом и поднимается на... Вот, обратите внимание, да? Слава, посмотри. Вот как я люблю все в таких современных, можно так сказать, да? Красиво то есть они сделали. Стена острова, да, продолжает переходить, да, в пол. Или наоборот. Да, да. Ну, прям так, да, поднимается монолит. Ну, честно говоря, здесь все равно в любом случае здесь будут стоять стулья, барные стулья. Конечно. Это не так будет. Нет, так ничего, наоборот, здесь стулья поставил. Да, а я не вижу, где холодильник для вина. Он есть? Здесь нет. Нету? Ай-яй-яй-яй-яй. Полочки есть. Зато здесь есть холодильник. Что легче купить, холодильник или маленький холодильник для вина? Что дешевле будет? У них есть холодильник. Слушай, ну надо же такие. Вы еще не смотрели, Юля уже заглянула. Юля, вот здесь вот смотри. Вот это я видела, да, это пантри, да? Кладовка, да. Так, холодильник есть. Вот. Я не могу, светом. Очень красивый. Тоже с окном. Угу. А мне кажется, все равно это золотые. Неплохо. Полочки там. Может быть, золотые, бронза, наверное, потемнее. Да, бронза, она больше как это темнее. Даже, это даже не совсем не золото. Как-то называется оно золото. Старое золото. Нет. Ну да. Лимонное золото. Ближе к золоту. Да. Винтажное золото. Винтажное золото, окей. Так, все, мы с первым этажем, получается, закончили. Юля, проходи, да, на второй. Прохожу. Интересно, если внимание, у них, да, ковролин будет, ковровое покрытие или дерево. Вот здесь, это, кстати, дерево. Дерево. Вот дерево, это дерево. Это дерево. Это не, не, ну, винил, да, не винил. А это, смотри, перила, это железное. Да, металлическое. Металлическое. Это получается, что крашеное, это дерево крашеное. Крашеное. Да? Крашеное, темное, ну, темное просто так. Не паркет. А вот это винил. Это винил. Ну, я думаю, что сейчас это современный материал. Весь, ну, здесь винил, да. Да. Но мне уже нравится, что здесь, да, нет ковролина. Да. Так, и здесь все включается. Цвет какой? Включаем, вот, ребят, вот, все. Сейчас все разбежались. Все такие разбегаются. Куда бежать? Мне нравится эта зона. О! Плитка шикарная. Так, господа, начинаем искать мастер или, скорее всего, мастер вот здесь, большие двери. Давайте, наверное, здесь с мастером. Здесь вот на два. О. Это может... Я не знаю. Это гостевой санузел, гостевой санузел. И на две раковины. Это уже здорово. Плитка красивая на стене. Плитка, да. Рельефная такая. Необычная, да? Да, обалденная. Это гостевой? Ну, гостевой. Да, вот тут это две раковины. Но здесь цвета мои любимые. Ага. Это моя любимая расцветка. Это акриловая ванна. Это хорошо. Кохлер. Это винила. Очень удобно, да? Сделано для шампуней, удобно поставить. Здесь по утрам Слава будет, да, речь толкать. Где? А здесь вот. Заказывает, да, себе завтрак. Да, 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 да. Командовать. Отсюда можно командовать на кухне. Это да. Подавайте.
Да, да, да. Барин проснулся, подавайте. Ты рупор не забудь. Желает. Да. Так давайте мы будем, серьезными. Наверное, с одного какого-то края. Значит, это гостевая спальня, небольшая тоже. Угу. Ну, детская гостевая. Да. Светлое. Мне нравятся окна большие здесь, не как в том доме. А вот это окно как смотрится? Да, обалденно. Очень классно. Мне нравится, угу, что здесь больше света, да, чем в том доме. И какие-то окна. Кстати, даже как-то... вот тот дом еще, Питер сказал, что это 5 домов он построил вот в этой, ага, все соседние, ага, дома, и вот тот вот напротив, это его вот творение. Вот это, да, точно. Видишь, его как дом, я, кажется, создал, угу, по-моему, да? Я его лично никогда не встречала, я думала, прораб прибежал. Судьбоносная встреча. Так, проходим дальше. Я не могу посмотреть, какой цвет дверей, но я не могу, какая красота. Красивый, да, красивый. Просто, серый. Да. Ой, смотрите, здесь высокие двери. Под кондиционер целое помещение. Ничего, это техническая. Еще, да, кладовка. Хорошая кладовка. Да, с окном. Разместить что-то можно. Тоже классно. Слушайте, в этом доме очень много таких помещений. Технических, удобных. Слушайте, ну это же можно даже как-то обыграть, закрыть, и здесь просто можно нет, что-то... Нет, ну просто нет, можно использовать, я не знаю. Ну закрыть, кладовка, чтобы это как, бы... Да, как кладовка. Те же хранить, ну, да. И всегда некуда. Ну да. Я люблю, когда чемодан, много разных комнатушечек. Как-то их обыграть. Так, здесь у нас, я так поняла, хозяйская спальня. Мастер-бедрум. Мне нравится, что здесь очень большая... Просторная. Большая, конечно. Да, кровать поставил. Угу. А окон сколько в этой комнате, да? Да, просто интересно. Обалдеть. Ну, это очень такой современный. Этот дом получается на 80 тысяч больше. Но он, как ну, бы, да, в принципе, и сам больше. На да. Сколько он получает? Я забыла, какого размера первый дом. По-моему, где-то... На 500 square feet. Больше. Да. Прилично. Угу. На 400-500. Здесь у нас... Слушайте. Всего на 80 тысяч дороже. Так, это что у нас получается? Всего, знаешь, для кого-то. Угу. Ой, посмотрите. Свет. Интересно. Сам включился, зашли. Свет сам включился, датчик, да. Угу. Удобная. И уже поставленные да, полочки. Не, не просто металлические, да, вот эти дешевые с Home Depot. Хорошие. Эксклюзивные. Да. Ух ты, как классно. Да. Ну, это, конечно... Угловое окно, скажите, красиво. Ну, да. Да. Красиво. Ну, надо думать, как его закрывать. Ну, жалюзи, да, ну это жалюзи. Какие-то да, поставь. Да. Ну, жаль. Знаете, как я закрыла? Есть пленки специальные. Да. Они прям, они как примагничиваются. Да, у меня да, тоже, да, у меня же тоже большие и окна. С мои... Да. Это типа витражные пленки? Да. Я точно не знаю, плитка как они. Ну, витражные. Ну, они такие, плитка, знаете, они цвета ванна, стекла, но они матовые. Черная, и через них ничего не видно. Я просто закрыла, у меня я не акрил, стала занавешивать, да, их там ничем, я просто пленку наклеила и через очень нее ничего красиво, не видно. Хорошо. Вот вы знаете, вот очень, этот душ очень странно, очень странно. Почему они сделали коротким таким? В смысле, смотрите, не могли бы они вот сюда вынести? А-а-а, он бы больше был. Ну, да, по глубине вот, да, да, вот посмотрите. Немножко, конечно, сейчас мы помоемся. Ну, он как бы, ну, да, ну хватает, но я не вижу причины, почему бы, а почему они вот так не сделали. Вот сюда, да, выдвинуть, да? Вот это странно. Но может они не могли по каким-то техническим причинам. Да это... не видно здесь нет? Никаких таких противопоказаний причин. Я не вижу. Опять-таки такой же этот душевая. Хотя можно было на уровне нет, даже вот ванной вот так, вот сюда, да, вынести. Нашли, ну, да, вот нашли что-то. Все, не берем. Нет. Ну, это можно всегда как бы... Надя, придраться надо к чему-то. Да, нет, это можно всегда исправить, конечно, но не сразу сейчас вынести. Это можно, это даже оставить те же самые вот эти вот двери. Просто придется удлинять вот это стекло или новое заказать. Одно только стекло можно. Мне ванна нравится очень. Хотя я не любитель ванных. Тоже небольшая. Небольшая, да.
Ну, подобрали, смотри, да, черное. Очень хорошо все подобрано, мне нравится. Даже эти светильники, нравится. Смотри, какие необычные. Вот мне нравится, насколько они вписываются совсем. Я даже не сразу сообразила, что это светильник. Так, туалет вот здесь покажем. А что здесь нравится? Удобно, да, когда так раз закрыл, открыл, уединился. Так, ребята, еще одна. Мы еще нашли одну гардеробную. Вау. Я загляну. Шкаф. Для мужчин поменьше. Для мужчин поменьше, для женщин побольше. Так, то крыло мы посмотрели. Здесь у нас получается всегда, еще две спальни. Значит, нижняя это пятая. Пятая спальня? Нижняя это пятая, да. Ну да. Они тоже все такого же размера, одинакового размера и, в принципе, как в первом доме. Это гостевая? Да. Хорошая. Небольшие, но такие светленькие, уютные. Побольше, чем те в том доме. Ты уверена, да? Мне кажется, да, побольше. И окна побольше, точно. И гардеробная побольше. Да, побольше. Хорошая. Ну, я еще для гостевой, Я вот думаю, а почему везде вентиляторы делают? Ну, можно же не делать вентиляторы. Можно. Или это из-за чего делают они? Чтобы гонял воздух? Я очень люблю вентиляторы. Да? Я не так люблю кондиционер, как я люблю вентиляторы. Вот мне хватает, когда гоняет воздух. Движение воздуха. Не знаю, мне не очень люблю. Вообще тепличная такая девушка. Так, я загляну. Тепло люблю. О, здесь огромное, да, обалдеть просто. Да. И окно есть. Класс. Шикарно. В гардеробной? Да, этот, конечно, Надя, хочу сказать, этот дом намного... Качество хорошее, да. Ну и цена, цена-качество, ну, да. Как всегда. Цена-качество что... лучше у этого. Конечно. У этого лучше, я однозначно. Да. Смотрите. Постирочная между двумя спальнями. О, смотрите, в стиле, тоже. Да, очень удобно, здесь что здесь вынесенная должна быть постирочная, по идее, чтобы вам не бегать здесь с бельем на первый этаж. Да, и если что-то нужно руками, можно постирать, очень удобно. Я так люблю, когда в постирочной можно что-то, допустим, какие-то кроссовки там помыть. Ну, что-то такое. Техническая раковина. Техническая раковина, да. Мне тоже нравится. Я думаю, что как это И окошко тоже. И окно. Здесь вообще, а вид такой, да? А вид на лес. На вид лес. На лес. Мне больше на лес нравится, чем на соседнем. Очень хороший. Да. Мы были. И вот. Идем дальше. Здесь поменьше. Мы как эти. Поменьше. Это маленькая, ну, она уже. Да. Она уже, она поменьше, чем предыдущая. Это, получается, тоже гостевая? Тоже или это гостевая. Кому? Кстати, она такого же размера, мне кажется, как внизу. И они, скорее всего, друг на другом находятся. Точно, да. А, я и не поняла, что они друг на другом. Да. А здесь потолки намного выше. Подождите, а как так? Вот. А дом под наклоном, по-моему, крыши, нет? Здесь? Да, да, здесь да. Там повыше, выше, да, потолок. В принципе, намного. И там они не низкие. Кстати, вот обратите внимание, вот, например, на потолок в эту комнату. И он идет наискосок. Да. А он вот в этой меньше, комнате. Меньше, да, А, ну надо. Там же. Больше. Кстати, хорошие здесь потолки, да, и на втором, и на первом этаже вообще. Ну, мне нравится здесь эта зона. Посмотрите, да? Не, ну, получается, нет такого, что дверь в дверь. Здесь вышел отсюда, зашел. Ну да. Здесь можно тоже что-то поставить, какой-то даже маленький диванчик. А что на этом диванчике делать? Просто сидишь на диванчике. Мне где-то надо что-то поставить. Не, ну очень удобненько. Ну хорошо, пройдем двор, посмотрим. Или еще хотите обижать комнаты? Я все увидела, все, что хотите. Мне нравится. Мне это мы всегда можем сюда, если вы захотите второй раз посмотреть, чтобы освежить память. Взгляд.
Потому что сколько, чем больше домов вы будете смотреть, ну, тем да. у вас будет... Конечно, вы будете это все смешивается. Пытаться вспомнить, да. Это, вы будете пытаться вспомнить, что в каком доме именно вы видели. Здесь мне это больше нравится, зона входная. Зашел, да. можно поставить здесь даже какую-то здесь вешалку. Здесь тоже получается. Ну, удобно, для обуви. Створки можно. Немножко по-другому, они да. открываются. Очень удобно. Здесь двор, тоже, двор да? Двор похож, ну, да, тоже похож. Такой квадрат, приятный двор. Дом, да. Больше. Бассейн можно поставить. Бассейн можно. Кто, по желанию, конечно, да. Бассейн можно. Мне нравятся эти двери огромные, когда да. такой вид, да? Как стена. Просто. Кстати, выдвижная дверь огромная. Вы зимой здесь не жили, но зимой Нет. и бывают. Ну, у нас зимой очень приятные вечера. И зимой, и осенью, в конце осени, в начале весны. У нас только летом вот так. Но так лето и начало жарко. Осени жарко. А так, в принципе, да. у нас очень комфортная. Температура зима. Воздуха, зима. Хорошо. Зима даже ну, прохладная бывает. Но у вас будет время, когда можно сидеть с раскрытыми полностью дверьми. Здесь мебель поставить. Здесь, кстати, можно. Больше да. Вот эта вот площадь под крышей Очень, снаружи. Да. Кстати, куда у нас? Садовую вот мебель поставить. А это в гараж, наверное. Это гараж. Разве нет? А, да, нет. Да. Смотрите, как. А, это сразу заходишь. Нет, еще одна. Я, знаете, думаю, что кто-то сделает бассейн, и здесь будут хранить какие-то вещи. Можно, допустим. Какие-то сачки. Ну, бассейн же требует ухода. Кстати, вы знаете, что сюда можно поставить? Может быть, я не знаю, технически возможно или нет, оборудование для бассейна. Можно. Ну, вот я думаю. Как Ты бы... чистит который, да? Да, воду. Да. Тогда оно будет защищено там, от дождей. Да. У него... Здесь какие-то всегда находятся эти, да? Сюрпризики. Сюрпризики. Приятные. Моментики. Так, здесь автоматически. Мне нравится, что трава ровно... Выровняли землю, да. Вместо бассейна посадил одну елку большую по центру, голубую, огромную. И все. Да, я люблю просто елки, можжевельники, да, да, цветы. И можно по периметру. Участок хороший. Участок ровный. Бывают участки, вроде он и большой, но часто я вижу участки, они где-то идут в стороне дома. А вот слева или справа. Подсмотреть. У них видите, нет, у них нет бассейна, они отсыпали. По периметру забора галька, видите? А-а-а. И посадили какие-то растения вдоль. Это да? подокарпус у них сидит, да. я вижу через щелочку. А между прочим, красиво, да? Отсыпано да. красиво. Угу. Ну, огромный плюс, что соседские дома, они тоже уже перестроены да. под новый стиль. Да. Получается, как в одном уровне, ну... Да. Ну, да, смотрите, к примеру, в доме, где я живу, мои соседские дома, они все как бы старенькие, но они ухоженные, красивые, а здесь уже построена целая улица, можно сказать. И напротив, вот получается, да. Находится этот дом, сколько мы ехали? Минут 7 мы ехали. Да, от того. От того дома, от первого. То есть тоже это спальный район, даунтаун Орландо, те же самые школы. Хорошо, что они это дерево. Закрыли. Ну, огромное такое. Мне ну нравится. Что, друзья, попрощаемся? Да. Дом шикарный. Дом шикарный. Слава. Если у вас что-то очень сказать. Нравится. Мне нравится очень, да, дом. Нравится ну, стиль. Берем. Не глядя. Не глядя. Не, надо поторговаться. Да. Без торга не берем. Может быть, еще что-то выйдет буквально. Вы здесь еще пару дней. Конечно. И что-то, может быть, еще что-то выйдет, что вас прям зацепит еще больше. Ну, этот мне очень понравился, тебе, Слава. Да. Хороший. Ну, очень. На прощание. Я очень надеюсь, что вам приятно со мной работать. Ну, вы меня нашли через наш же YouTube-канал. Да, мы нашли через канал Юля. Юлин? Да, спасибо, связались. Спасибо, Слава да. нашел. Спасибо.
спасибо. Да, да, в основном это Тата поддержала. Да, я поддержала. Мы, конечно, просматривали и других риэлторов, кто работает в Орландо, но вот как бы... Ой, спасибо. Тебя мы как-то почувствовали сразу, поэтому... И как вы меня почувствовали? Вот так вот. Очень такая, ты как наш человек, знаешь, спасибо. Вот подходишь, вот по энергетике, такая вся, ну как сказать, ты нас очень поняла, ну вот, мне сложно услышала. Понять, ты услышала, да, да услышала, например, то, что ты услышала, хотим. Что мы хотим, ну, да, и да. Как бы очень спасибо. И наши предпочтения, помогла, да. Ты для нас вот подбираешь то, что мы хотим видеть, да. Я стараюсь да. не закидывать, это я не... всегда да. делаю точечно, мануально делаю выборку, то да. есть я не делаю там охват там, я не знаю, да. 50 миль в радиусе, да, и какие-то там ну, да. Критерии, и вы получаете все подряд, то есть я пытаюсь не просто... слушать, но и услышать. Да. Я очень рада, что вы это заметили. Да. И я делаю мануальную подборку, то есть я просматриваю каждый дом. Конкретно то, что тебя, ну, о чем вот просили, да? Ну, ваш плюс в том, что вы точно знали, что вы хотели. Да. Вы мне четко, ребята четко мне озвучили и то, что пожелания. Мы все, у меня, да. я, мне было как бы легко сделать выборку. Да. Конечно, таких домов пока еще не так много. Ну, не много, так много, да, но я сразу поняла, что вам нужно. Вы да. очень четко озвучили критерии. Потому что, да, ценим ну, а нам время. Нравится, нам нравится, что ты как начала с нами работать, нам не приходится как бы ждать, ждать какого-то ответа от тебя. Там, а, очень быстро ответит, все, да, ты, да. 24. Это мы должны поспевать за тобой, получается. Вот это очень приятно, потому что иногда просто такого... Ну, ребят, надеюсь, что мы найдем тот дом вашей мечты. Спасибо большое за доверие. Спасибо большое. Спасибо за твой профессионализм. И будем на связи сегодня, завтра. Я еще сейчас базу буду смотреть. Что-то вы похожи, но, по крайней мере, я вижу, что вам нравится. Что такое. Вот что-то это наподобие мы... такого да. дома, ну, район. Все, всем спасибо. Пока, спасибо прощаемся. Спасибо. Счастливо, спасибо. До следующих встреч.